Привет! Сегодня будет для вас туториал по ладж-гейнеру. Вот. Я объясню вам, как нужно на него отходить, что такое хлёст, как правильно раскачиваться. Вот. Этому уделим очень много времени, потому что потом я сниму для вас туториал на двойное, еще на что-нибудь. Вот. Но без этого отхода вы не сможете. Хорошо, сегодняшний туториал, кстати, поможет как начинающим, так и уже тем, кто умеет гейнер. Если вы уже умеете ладж гейнер, то этот туториал вам будет полезен для того, чтобы научиться правильно отходить. То есть гейнер можно делать и просто раскачавшись, потянув себе колени, отпустив руки, у вас получится гейнер. Но при этом два вас не закрутит или закрутит, нестабильно упадете. В общем, поэтому смотрим туториал. Для начала я вам объясню раскачку, что нужно сделать в ней, находясь сзади. То есть, когда вы раскачиваетесь и находитесь сзади, вам нужно собраться в угол, в такой вот некий домик. При этом плечи подтянуть немного вверх, вот так. То есть сделать вот такое движение, вот так вот, плечами натянуть немного турник и собраться в угол. Вот. Идя наверх, вы собрались в угол. Когда вас начинает тянуть вниз, вы расхлёстываетесь и идете вниз прогнуто. Когда вы проходите уже совсем внизу, вы хлестите ногами вверх. Вот. Поделайте вот так вот очень долго. Просто учитесь так раскачивать. Вот. Собрались, раскреснулись. Собрались, раскреснулись, дернули. Собрались, раскреснулись, дернули. Итак, как проще всего научиться гейнер для начинающих? Попробуйте поучиться попроносить ноги. То есть повисаете на турник, проносите ноги, в конце отпускаете руки. Вот. Можете также это поделать вот так. Отпускать. Это вам тоже поможет. Вот. Но стараемся делать это от прямого турника. Здесь у меня, правда, слишком мало места. Вот. То есть проносите, отпускаете руки все раньше, раньше, раньше. Потом, соответственно, когда у вас уже ноги не доходят до турника, вы отпускаете. Вот. Подтягиваете ноги, отпускаете руки. Когда вот ноги примерно тут. Вот. При этом делайте это таким хлестиком. Повисаете прогнутый, то есть согнув спину. И тянув сразу, как хлёст. То есть здесь у вас уже будет нарабатываться хлёст. Вот. Ну все, для начинающих объяснил, тормози. Да, еще, конечно же, вас может кто-то подстраховать, взяв вас за кофту или за футболку с шортами. Вот, когда вы будете делать. Потому что чаще всего, кто первый раз пробует, он перекручивает. Потому что здесь меньше, чем одно сальто. Здесь, по сути, половинка, но чуть больше, чем половинка сальто. Вот, поэтому сделайте с кем-то. Когда вы отходите, руки вы не поджимаете, руки у вас должны быть расслаблены. То есть вы висите полностью. Вот. А то некоторые, я видел, пытаются научиться гейнеру вот на таких руках. Я вообще не представляю, как это возможно сделать, это жесть какая-то. Вот. Поэтому, то есть вы просто висите. Руки на турнике, берите в замок, чтобы вас не сорвало. Сам ладж. Как вы делаете? Делаете ту самую раскачку, тот самый расхлёст, захлёст. Поднимаете ноги вот до сюда, хлестом, смотрите на ноги, то есть потом отпускаете руки и подтягиваете к себе ноги, берете группировку. То есть вы видите, куда вы закинули свои ноги. Не отпускаете раньше времени, чтобы улететь вниз, не отпускаете позже времени, чтобы встать на турник. Вот, вы смотрите, куда вы захлестнулись. Посмотрите еще раз, как я это делаю. То есть вот, я смотрю, куда поднял, и потом отпускаю. После того, как вы увидели свои ноги, вы должны перевести зрение на пол. Смотреть, куда вы летите. То есть, когда вы делаете, вначале видите свои ноги, сразу же вы просто видите пол. И вот вы следите пол. То есть вначале, смотря на вылете на ноги, после я смотрю в пол. Это важно. Нужно смотреть в пол, потому что иначе двойное вы будете теряться. Ну, как я рассказывал, в принципе, на всех сальтах. Перед тем, как научиться двойное, по-моему, в 2008 году, я не помню точно, я примерно месяц тренировал только раскачку и соскок. Вот. И я реально приходил, целыми днями делал раскачку, соскок. Вот. После того, как я дошел до такого, что это у меня просто на нереальных, как бы, автоматах было,
Вот, я просто сделал двойное. Это было сразу же на траве. Никаких залах, нигде. Я просто сделал на траве двойное. Приземлился спокойно просто. Вот, но это из-за того, что одно я отработал так, что как бы мне о нем думать не нужно было. Я никуда не спешил, я тратил время на раскачку. Вот, поэтому я советую вам подходить правильно, тренироваться как бы с умом, без всяких рисков. То есть научился сегодня одно, сегодня же два в голову попробовал, порадовался. Это неправильно. Вот. Еще раз покажу именно свою раскачку, как раскачиваюсь я. Неважно, как раскачиваетесь вы, важно, чтобы вы собрались сзади, как я показал. Вот. То есть, чтобы вы собрались в угол, расхлестнулись и хлестанули вверх. Вот. Это нужно для двух бланшей. То есть, если вы не хлестите, два бланша никогда не получится. Не получится и задняя, ничего у вас не получится. Ну или получится кривая такая хрень. Поэтому хлестить нужно учиться. Хлёст. Хлёст, залог успеха. Вот. Показываю свою раскачку. Вот так. Хлёст можно контролить. Можно делать на разные расстояния. То есть в зависимости от того, куда вы отправили свои ноги, куда вы и полетите. То есть тело последует за ногами. Вот, соответственно, если вы отпускаете хлёст вот в ту сторону, то есть вот туда, летите вперед. Если вы отпускаете сюда, то вы летите чисто вверх. Смотрите, я могу отлететь на разные расстояния. Давай, Влас, я вначале сделаю далеко. Учитесь контролировать хлёст, отрабатывайте, отрабатывайте, чтобы вы его чувствовали, чтобы вас не было, что вас кидает то туда, то сюда. Вот. Удачи, туториал закончен.